Другим спортивным достижением отличилось село Абага Алекминского района. Там ввели в эксплуатацию спортивно-культурный центр. Идея его строительства появилась более 5 лет назад, но реализовать проект помогла инициатива граждан. С подробностями о центре Елена Фаст. Новое здание спортивно-культурного комплекса в селе Абага – наглядный пример консолидации инициативы населения, поддержки республики, районного бюджета и привлечения спонсоров. Сама идея о необходимости такого строения родилась лет 6 назад. Ее подкрепила программа «Моей Кути» в 21 веке. Строительство этих объектов по такому механизму, оно себя доказало и показывает, что это одно из самых эффективных мер по аккумулированию финансов, по аккумулированию идей, сил населения самого. Теперь абагинцы получили возможность полной отдачей заниматься спортом. Уже в ближайшие дни, заверил глава наслега, пройдут совещания спортсменов и тренеров, где будет выведено удобное всем расписание. Здесь же, на первом этаже, расположится библиотека. Очень востребованный населением аптечный пункт. Появится возможность в полной мере реализовать все задумки по культурной части. Места хватит всем. Абагинский наслег вообще отличается инициативностью, а уж сколько здесь именитых спортсменов есть и продолжает воспитываться, с гордостью говорит глава района. Я не думаю, что зал будет простаивать, потому что, еще раз говорю, население абагинского наслега очень активное. И молодежь, и ветераны. Поэтому я не думаю, что оно будет пустовать. Елена Фаст, Геннадий Лопатинский, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.